Это место трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Вот примерно так можно его охарактеризовать, но для нашей дежурной группы нет преград. Слева от меня железнодорожная насыпь, а справа стена бывшего химико-металлургического завода. А прямо за ней идет стройка нового дома по адресу Матросова, 32, строение 2. Есть подозрение, что рабочие свозят мусор прямо вот на эту дорогу. Чтобы подтвердить нашу версию, давайте вот покажем мусор, который здесь валяется. Церезит, затирка, шпатлевка, бетон, там уголь зачем-то валяется. В принципе, вещи всякие, тоже, видимо, строители, либо нет, мы этого не знаем. Мы видим следы от большой тяжелой техники, которая здесь проезжала. Жители Свердловского района сказали, что уже написали письмо и в краевую администрацию, и в администрацию Свердловского района. Ответа пока они не дождались. Когда мы увидели все это своими глазами, тоже позвонили и узнали, знают ли они что-то об этом месте. Там нам дали номер подрядной организации, но в сервис Техстрой никакой свалки якобы не знают. Мусор как таковой, если он вдруг туда попал, да, то мы обязательно его уберем. Потому что мне начальник участка сказал, да, что вы там сегодня были, что там попали части, получается, какие-то мешки пустые, что ветром, возможно, их убрало. Там не один-два мешочка, даже не 10 мешочков, там очень большое количество строительного мусора. Я вам говорю, как оно есть, что там никакого мусора нету. Мы отправили фото и видео директору фирмы, нам обещали дать официальный ответ и будем надеяться, что мусор вскоре уберут. Мечта каждого велосипедиста, чтобы его транспорт всегда был под боком и в безопасности. А мечта жителей дома на Красноярском рабочем 104 еще была мечта, чтобы этот транспорт еще и никому не мешал. И вот общим голосованием было решено, нужна велопарковка. Здесь самокат. У меня лично, да, самокат, потому что у меня их, в общем-то, не один, а три. Я 7,5 месяцев в году им пользуюсь именно как транспортом. Посмотрите, что это у нас тут. Лучший красноярский двор жилого многоквартирного дома. Абсолютно с этим согласна. Ключи от этой велопарковки одни, и находятся они всегда у дежурного. Чтобы взять свой транспорт, нужно сначала взять, а потом обязательно вернуть, чтобы все было в безопасности. Помимо того, что само хранилище находится под замком, так еще и двор сам по себе закрытый, чистый, ухоженный. Ну что сказать, какие жильцы, такой и двор, есть за что похвалить. Насчет этого арт-объекта не уверена, что можно похвалить, хотя почему бы и нет. Жители дома на Минжинского решили раскрасить свои будни, а заодно и вот этот гараж. Вот тут они даже призывают к общественному порядку. Уличные художники себе ни в чем не отказывали, мы видим весь полет фантазии. А я, кстати, знаю, где бы это смотрелось лучше всего. Искусство — это. Можете пока подумать, как продолжить эту фразу, или просто прийти на набережную Красноярска. Здесь стартовал уличный фестиваль «Стрит-арт Красноярск». На этом заборе тоже есть граффити. Нужно сказать, что рисунков много. Видно, что они здесь давно. Этот рисунок появился на гараже буквально недавно. Красиво считаете, разукрасили гараж или нет? Ну, я считаю, что интересно. Ну, то, что тут вот с сигаретами, они не очень. Вам нравится? Да. Или облезлые стены грязные, или хотя бы что-то. Вон, видите, какая грязь? Вам не нравится? Да. Потому что непонятно или потому что некрасиво нарисовано? Потому что непонятно. Мне здесь ничего не нравится. Здесь вот именно, что детская площадка, нужно что-то детское. Вот воспитатель рисовал. Так вот уже 30 лет рисунки. А это что? Вот там лучше нарисовано, там дальше. Вот те самые рисунки, про которые нам говорили. Действительно, не всем может быть понятно современное искусство, но, по крайней мере, это лучше, чем облезлые старые подпорные стены и стены гаражей. А если вы увидели что-нибудь необычное или стали свидетелем какого-то происшествия, снимайте его на видео, делайте фотографии и присылайте нам на Viber и WhatsApp, а также звоните по телефону 202-22-22. Стефания Микишова, Илья Гришан, новости Прима.